Вы смотрите «Особое мнение» на Первом Тульском, студии Лариса Демина. В Туле 10-летний школьник избил одноклассника стулом. Случилось это в конце января. Ученик 4 класса повредил сверстнику нос, в результате чего мальчику понадобилась операция. Семью маленького депашира называют благополучной. Он живет с матерью, которая официально работает, и условия по содержанию соблюдены. Как воспитывать современных детей, не упустить ребенка и какие права несовершеннолетних можно нарушить? Узнаем у Натальи Зыковой, уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте. Скажите, много обращений к вам поступает? В последнее время количество обращений растет. Если сравнить с 2015 годом, то их выросло на 32%. В этом году мы приняли в письменном виде 754 обращения, но и оказали в том числе и более 1000 устных консультаций. За последнее время количество обращений в адрес уполномоченного по правам ребенка выросло в несколько раз. Вот если сравнивать с предыдущим годом, то это возросло на 32%. Но я думаю, что это говорит прежде всего о такой вот правовой активности наших граждан и о том, что доверие к нашему институту тоже возрастает. Но у нас такой уникальный институт, потому что мы работаем напрямую с гражданином, и в том числе мы можем работать со всеми субъектами, которые необходимо привлекать для защиты прав или интересов каких-то несовершеннолетнего ребенка в разных абсолютно сферах. Скажите, а в какой форме чаще обращаются? Это личный прием, электронные обращения или письменные? Ну, больше всего к нам пришло обращений по электронной почте. Это ровно треть обращений. И большое количество обращений поступает на личном приеме. В этом году мы почти 300 личных приемов провели. Остальные способы обращения у нас или это сайт уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, либо посредством почтовой связи. И достаточно большую активную работу я веду в социальных сетях, где также люди могут напрямую обратиться к уполномоченному и задать вопросы. Наталья Алексеевна, а кто чаще обращается, взрослые или дети? Чаще всего обращаются взрослые в защиту прав несовершеннолетних детей. Это чаще всего родители или законные представители детей, или родственники. Бывает, обращаются и соседи, но в меньшей степени обращаются несовершеннолетние, но в этом году вот количество обращений от несовершеннолетних тоже увеличилось. А с какими проблемами приходят? Чаще всего обращения поступают на нарушение прав ребенка в семье или на семью. Либо это констатация о ненадлежащем исполнении родителями родительских обязанностей. Также спорные ситуации, возникающие после разводов между родителями или ближайшими родственниками. Это определение места жительства ребенка, либо порядка общения с ним. Или бывает поступают обращения от родственников, которые недовольны методами воспитания, например, это чаще бабушки, дедушки, кого-то из своих родных. И такое бывает. Ну вот, допустим, при разводе какие права детей могут нарушить? При разводе, после развода, мы наблюдаем ситуацию вовлечения ребенка в конфликт между родителями. То есть, если для взрослых это бывшая жена или бывший муж, да, то для ребенка бывших родителей не бывает. И он, как правило, одинаково любит и относится к обоим родителям. Но у нас взрослые забывают об этом. И увлекшись вот такими, знаете, семейными разборками по разделу имущества, по определению там, права на жилье, вовлекают ребенка в этот конфликт. Это действительно очень тонко определяемая такая психологическая момент, вот, может быть, даже какого-то и насилия над ребенком порой. Но это трудно определить. И, как правило, вот здесь, я считаю, часто нарушаются именно права ребенка. Но наша задача в данной ситуации помочь родителям урегулировать этот спор, как можно менее безболезненно выйти из него, как в досудебном порядке, так и во время прохождения через какие-то суды, иногда очень долгие. Убеждаем, встречаемся, проводим беседы,
со всеми сторонами, приглашаем специалистов психологических центров. Ну, все делаем для того, чтобы ребенок был исключен из этого конфликта. Скажите, а если говорить о детях, какие у них чаще встречаются конфликты? Внутрисемейные или со сверстниками? Я думаю, что у детей как раз меньше конфликтов, чем у взрослых. Я же сказала сейчас, что они чаще всего являются вот таким вот средством, так сказать, для выяснения отношений. Для выяснения отношений, да, будучи в семье. И наблюдаем мы в образовательных учреждениях. Да, у детей, конечно же, но разве может ребенок пройти детский период без каких-то конфликтов? Он растет, развивается, воспитывается его личность. Таким образом, он как личность проверяет свои качества какие-то, характера. Поэтому возникают конфликты и между самими детьми, и в конфликт вовлекаются и взрослые. То есть у нас делится несколько видов конфликтов. Это ребенок, взрослый. И когда уже ситуация разрастается, и уже близлежащее окружение бывает вовлечено вот в этот конфликт, но его нужно уметь предотвращать вовремя. Поэтому, если мы возьмем ситуацию в образовательных учреждениях, вы сегодня начали как раз вот с такого вопроса, то у нас в образовательных учреждениях работают конфликтные комиссии. Вот не все родители об этом знают, а мне вот хочется донести до них, чтобы каждый родитель на этапе возникновения конфликта, например, у своего ребенка, независимо, например, со сверстником, бывает такое, что с учителем у детей возникают конфликты, обращаться сначала своевременно вот в эти конфликтные комиссии. Конечно, мы будем вместе с Министерством образования бороться за качество оказания помощи вот, и рассмотрения этих спорных ситуаций в этих комиссиях. Также у нас развивается служба медиации. Для того, вот она и нужна для того, чтобы помочь всем участникам, вовлеченным вот в эту ситуацию, мирно разойтись и найти выход из сложившейся ситуации. Потому что очень часто люди начинают жить вот этой историей, да, внутренней. И я считаю, что польза это никому совершенно не приносит, ни одной из сторон. Поэтому наша задача – помочь выйти из ситуации как можно безболезненно, конечно, для детей. Прежде всего для детей, ну и, конечно же, для взрослых. К этой ситуации, конфликт со сверстниками, мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте конфликт взрослый ребенок. Жестокое обращение часто встречается? Встречается, да. К сожалению, сейчас, в наше время, мы наблюдаем такие факты жестокого обращения по отношению к детям. И бывает со стороны, опять же, со стороны разных людей это возникает. Чаще всего это происходит в семье. Скажите, что такое жестокое обращение? Ведь бывают случаи, когда мама или папа идут по улице с ребенком, родитель, ну, дал, допустим, подзатыльник, а прохожий снял все это на телефон и вынес на широкое обсуждение с тем, что это жестокое обращение. Это жестокое обращение? Ну, оценку давать этому, я думаю, что могут правоохранительные органы. Но в данном случае это недостойное поведение для родителя, и оно не будет таким полезным методом для воспитания. Поэтому, конечно, наша задача родителей научить. Вот мы сейчас очень много говорим, есть методы и наказания родителей, и это правильно, это и должно быть. И у нас в Уголовном кодексе предусмотрено, статья 156 есть, у нас кодекс об административных правонарушениях, статья есть 5.35. Но в любом случае сейчас, к сожалению, мы утеряли вот те традиционные методы любви и семейных ценностей, которые нам необходимы для того, чтобы ребенок мог воспитываться личностью, чтобы он мог ощущать себя безопасно. А когда опасность исходит от самых близких людей, ну, конечно, это недопустимо. И здесь надо уметь отличать методы воспитания от жестокого обращения с детьми. Некоторые родители действительно заигрываются вот в такой вот позиции по отношению к ребенку. Кстати, это может быть и психологическое насилие, в том числе пренебрежение совершенно ребенком, его нуждами, его внутренним миром, его интересами. И это тоже можно отнести к жестокому обращению. К сожалению, определения этому понятию и в законодательстве нет. Есть вот отдельные
статьи закона. Но мы можем констатировать о том, что есть физическое насилие, есть психологическое насилие над ребенком, сексуальное насилие. И это все являются видами, в том числе жестокого обращения с детьми. О воспитании мы с вами поговорим сразу после рекламы на Первом Тульском. И особое мнение. Я напоминаю, что у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка Тульской области Наталья Зыкова. Наталья Алексеевна, продолжаем с вами говорить о воспитании, то, на чем остановились в первой части выпуска. Как воспитывать детей? Этот вопрос мы задали тулякам на улице города. Я думаю, вам интересно будет послушать то, что отвечали люди. Очень. Наверное, относиться к ним как к взрослым. На таком уровне считать, что он не маленький ребенок, а, наверное, как раз он взрослый и... Считать, что мальчик – это мужчина, девочка – это уже девушка. Они будут, наверное, с уважением относиться. Не строго. Как и в старые времена. Порой любить. Пряник и кнут. В первую очередь, чтобы он не врал никогда. И с уважением к другим людям. В первую очередь, словами нужно. Чтобы он понимал, до него доходило. А наказывать это… Нет, это плохо. Самое главное – с себя начать в первую очередь, следить за своим поведением. Дети это все перенимают и, соответственно, учатся хорошему, я так считаю. Методом пряника и кнута. Чтобы у ребенка были обязанности, чтобы он знал, что он делает, почему он делает и что будет после этого. Чтобы ребенок сам себе давал отчет. С чем вы согласны, с чем нет? Есть какие-то рекомендации по воспитанию современных детей? Ну, мне очень понравился ответ о том, что мы воспитываем детей своим примером. И, наверное, если мы не будем следовать вот этому самому главному правилу, то никакие методы не помогут при этом. Конечно, мы должны показывать именно пример для своих детей. И сейчас, к сожалению, тоже наблюдаем такое явление, когда понятие добра и зла, оно стирается, и люди не всегда могут определить четко, что вот это можно делать, вот это нельзя. Но если мы послушаем наших сегодняшних слушателей, да, которые отвечали на этот вопрос, мне кажется, практически все дали четкое определение. Только вот кнут, мне не совсем понятно, что же это все такое кнут, что мы имеем под этим понятием. Потому что, конечно, должны быть методы ограничения ребенка, но они должны быть адекватные, они не должны наносить травму детям. И вот здесь очень хорошую помощь могут оказать психологи в том числе, потому что не всегда хватает знаний. И надо нам не бояться родителям обращаться в том числе к психологам, к педагогам, которые могут нам помочь скорректировать наши методы воспитания по отношению к детям. Это конкретно вы имеете в виду, нужно посещать психолога или обращаться к тем, кто работает, например, в дошкольных или учебных заведениях или в школах? Но это больше относится к тем родителям, которые испытывают трудности воспитания детей. Я говорю им вот сейчас для того, чтобы родители, когда случилась вот такая ситуация в семье, и нормальный родитель, ответственный родитель, он, естественно, пытается найти выход. Я не говорю сейчас о тех родителях, которые не хотят нести никакой ответственности за своих детей. Здесь это другая категория, с ней работают уже комиссии по делам несовершеннолетних. А те родители, которые ответственны, они, соответственно, бывает, иногда в тупик заходят. Вот ребенок, например, подросток, это самый сложный период. И надо не бояться обращаться к специалистам, за советами, находить выход, возможно, какую-то литературу дополнительную читать. Потому что вот тот стопор иногда, в который я наблюдаю на родителей, которые впадают, то он не способствует нормальной, здоровой обстановке в семье. Здесь нужно действительно стараться помочь прежде всего детям и себе. А как нужно наказывать детей? Или оставлять безнаказанным? Вот случай, с которого мы сегодня начали. Избил одноклассника стулом. Он что, останется безнаказанным? Много говорят сейчас об этом ребенке. Я считаю, что в данной ситуации нужно решать вопрос прежде всего в школе. Вот, видно, вышло как-то из-под контроля, не смогли справиться вот с этой ситуацией. А, возможно, она действительно такая вот была неповоротливая, да? Поэтому и уже ко мне родители приходили буквально недавно, уже после обращения в СМИ, в прокуратуру и во все органы. Я понимаю и родителей, которые обеспокоены уже за здоровье своих детей, но в то же время мне жаль этого мальчика, потому что ему тоже нужна помощь. И вот здесь важна задача именно родителя. Кроме педагогов, кроме администрации школы, которая, я так понимаю, готова руку помощи протянуть в данном вопросе, здесь важно, чтобы родитель понял и осознал,
что именно этот ребенок только во взаимодействии, не в противопоставлении себя друг другу. Вот. Мы сейчас часто наблюдаем вот эти вот баррикады среди там родителей, учителей, и такое бывает. Я считаю, это неправильная позиция, мы никогда ее не поддерживаем, потому что я всегда призываю всех научиться действовать ради блага, ради любви, ради здоровья своих детей, научиться искать точки соприкосновения и стирать вот эти грани. Удается договориться. Я буду очень надеяться, что и в этой ситуации я планирую провести все-таки консилиум с участием мамы, с участием всех сторон. У меня есть большая надежда, так как в других ситуациях нам это удавалось. А нужно ли наказывать детей? Этот вопрос мы тоже задали людям на улице города. Предлагаю послушать их ответы. Наказывать нужно. Нам советуют об этом древняя книга Библии, о том, что не жалея розги для своего сына, для того, чтобы, наверное, ребенок имел какие-то определенные рамки. Для того, чтобы он не выходил из этих рамок, это пойдет ему на пользу. У нас было как? Деток садили на стульчик. Вот там шалит мальчик там или девочка что-то. Сейчас ты посидишь на стульчике. Вот они на этом стульчике сидят. Нужно, какими-то внушениями, смотря по ситуации. Но оставлять безнаказанно, что они иногда творят, нельзя. Наказывать нужно, потому что воспитание, оно должно быть. Да? Сначала кнут-пряник. А как же тогда ребенок поймет, что хорошо и что плохо? Но наказывать надо любя. То есть, да, понимаете, что плохое – это плохое, хорошее. Мне кажется, словами. Но я бы не стала своего ребенка бить. Бесспорно, наказывать нужно. Как наказывать ребенка, чтобы он вырос хорошим человеком? Да, я согласна, потому что когда мы наблюдаем детей с противоправным поведением, то, как правило, это дети, которые не были ограничены в своих действиях, которые не понимают, что такое, как правильно сказали сегодня, хорошо или что такое плохо. И иногда вот эта вот вседозволенность, она потом отрицательно сказывается и на судьбе таких детей. Но методы должны быть не унижающие, это однозначно. Я могу сказать, каким образом я воспитываю своих детей за себя. Это ограничением в каких-то вот удовольствиях или прогулке, или в пользовании. Сейчас все дети очень любят гаджеты, но с определенным условием, что это наказание ради его блага. То есть, соответственно, вот самое ключевое слово, которое сегодня сказали, это любовь. То есть ребенок должен понимать, что все, что я ему говорю, или все, что я делаю для его блага и из любви к нему. Это вот мой метод, могу поделиться им. О гаджетах. Сегодня дети с раннего детства сидят с телефонами, в интернете. Какую это угрозу несет? Наверное, угрозу несет в разных направлениях, начиная от здоровья, потому что если ребенок целый день проводит за компьютером или в телефонах своих, то это точно нехорошо ни для глаз, ни для его психического здоровья. Но самое страшное, что опасность для детей порой несет не только вот реальный мир, да, когда мы боимся ребенка отпустить одного, да, или когда мы переживаем за безопасность дорожного движения, но в том числе и когда он выходит во всемирную так называемую паутину, и там сталкивается с разного рода опасностями, которые уже могут причинить ему здоровье, его нравственному здоровью прежде всего, и психологическому. А опасностей там, к сожалению, много. Несмотря на то, что вышел закон, в 2012 году он был принят и утвержден закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, я бы не сказала, что он совершенен. И там есть много моментов, которые не позволяют нам порой своевременно принять меры для ограждения ребенка. Ну, прежде всего, конечно, ответственность родителей тоже должна быть, потому что кроме родителей, когда ребенок, имеющих, я бы сказала, прямое влияние на ребенка и проводящих с ними свободное время,
Наверное, здесь тоже мало что поможет, потому что родитель должен четко понимать, что он тоже отвечает за то, что смотрит его ребенок, где он проводит свое время. Это прежде всего, конечно, организация досуга ребенка. И если у него будет как можно меньше времени для того, чтобы вот бесцельно его проводить порой, то это зависит в том числе от родителей. Плюс, когда мы отпускаем ребенка, например, в образовательное учреждение, здесь можно не волноваться, потому что у нас практически все, ну, даже не практически, я бы сказала, все учебные заведения стоят фильтры контентные для того, чтобы оградить вообще доступ для детей, фильтровать весь негатив, который может пройти в интернет-пользование. Поэтому здесь большой комплекс мер должен применяться. Вы знаете, что тема информационной безопасности, она обсуждается на разных площадках. И в этом году мы провели большую конференцию и направили резолюцию в адрес, в том числе и Государственной Думы, и Совета Федерации, и правительства Российской Федерации с конкретными предложениями по внесению изменений в законодательство. Наталья Алексеевна, спасибо большое вам за ответы, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня своим особым мнением делилась уполномоченная по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.